Так, ну что, парни, всем привет. Новый выпуск, это забудни. В общем, сегодня съездил на мойку, отмыл шоху. На дворе уже осень, скоро будет зима. Надо будет поставить ее в гараж на зимнее хранение, так сказать, консервация. Вот, сейчас буду пилить забор и загонять в гараж. Шоха так-то чистая, все отмыл, коврики отмыл, вон коты загорают. Ну, еще полировать я буду, но это уже будет в гараже. Займусь полировкой. Также вот очки поставил, родные, черные. Также из поломок. Ну как без этого, это же тазы. Оторвался вот здесь провод. Ну этот тросик дернул за 20 лет туда-сюда. Не выдержал. Также с утра, когда сел в машину, я смотрю, педаль у меня начала проваливаться. Пропала тормозная жидкость. Потом утром залил и поехал. Даже не прокачивал. Надо будет разбираться, но это в гараже. Давайте посмотрим, что там в гараже. Так, ну вот гараж, сейчас сюда будем загонять. Поддон уберу, велосипед уберу. Первый заезд. В гараже все-таки лучше, чем на улице заниматься. И ветра нет, и снимать хорошо. Можно заниматься полировкой, ремонтом. Так что сейчас будем загонять. Так, одну часть отпилил, вот сюда его приложил, чтобы сюда коровы не заходили. Сейчас вторую часть надо снимать. Насыпал сюда гравий, потом может камней накидаю. Отпилил ненужные эти, вот это надо еще отпилить. Но это забор временный уж, потом я профнастил сделаю, когда вторые ворота поставлю. Так, ну что, пробуем заезжать, а то темнеет. Вроде заехал, все нормально. Даже еще место есть. Здесь чаи гонять. Так, ну, задница пролезла. Можно закрывать. Я думал, вот эта труба будет мешать. Газовый упор. Оказывается, ничего страшного. Так. Дверь открывается. Не на всю, правда. Но здесь всего 3,5 метра. Второй бокс, он немного пошире, там этот 3,70, что ли. Вот здесь нормально открывается. Так, ну все, в принципе, и выезжать удобно. Правда,
Вот эту трубу надо будет покрасить, ночью можно не увидеть и задеть задком. Так что отличный получился гараж, я доволен. Надо сюда еще освещение сделать, и будет нормально. И так в салоне светло вроде. Также в планах сделать второй бокс, там может сделаем смотровую яму. Ну, в общем, посмотрим. Так что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь и до следующего ролика. Всем пока.